Ну что, всем здорово, ребята, всем привет. Как вы помните, я... Знаете, точнее, что я стримлю через вот эту программу, где пишется запись. О, через Streamlabs. Кто-то может стримить через Streamlabs, я стримлю через Streamlabs, ребят. Кто-то может сейчас на загрузиться. Тут есть премиум. Вот он. То есть, если кликаем сейчас на это, то нам продолжат за энную сумму. Спасибо, кто подписывается, ребята, огромное. Скажу вам спасибо, как раз вы меня на вебке видите. Вот. Понятно. Принял, не дурак. Ен, а во. Вот. Можно вот так вот нажать. Зайти вот на эту страничку. Ну, если кто хочет, ребята, конечно, я никого не заставляю. Вот. И здесь вот тут где-то подожди сейчас, да? Вот, по-моему, нет. Основной что-то основной. Вот. Сюда нажать и заплатить 10 тысяч, ребят, и стримить на большее количество площадок. Я раньше стримил вот этой программой, ребята. Но сейчас вот такая вот хрень высвечивается, вот она. Пумс, все. Долго держать не буду, потому что там не хочу. Вот, ребята. Есть такая вот программка. Как называется она, как я понял, луч. Можно, конечно, сейчас перевести, как она называется. Вот, ребята, я сейчас стримлю через вот эту программу. Она очень удобная, ребята. То бишь, даже регистрироваться в ней не надо. Сейчас я вот обновлю. Вот, ребята. Она уже даже автоматически зашла, видите, никуда не надо. То есть вы там выбираете, через какую соцсеть вы хотите стримить, ребята. Я вот сделал Twitch и YouTube, ребята. То бишь, вот. Она очень удобная. Вот я вчера ей как раз, ребята, стримил. Если что, ребята. То есть, говорит во многом. То есть, ребята, берете просто добавить канал. Ну, допустим, ВК. Пишите там. Фэ, допустим. Адрес Фэ, допустим. И ключ, допустим, Фэ. Ну, то есть, это вы все находите в том источнике, где вы собираетесь стримить. Я просто к примеру. Вот. У меня, значит, стоит YouTube. Вот так вот. И только странно, почему он... Ну, вот так вот, Twitch. Он все равно как бы не... Вот так вот, ребята, это все странно. Почему оно не зашифровывает? А вот этот ключ... Вот этот ключ... Вот... адрес сервера и ключ, ребята. Я не знаю, давайте сейчас посмотрим, как это в стримлапсе. В ВБСке будет. В стримлапсе вы заходите просто вот сюда. Выбираете прямые трансляции и пользовательский сервер. Сюда забиваете ключ. Ну, сервер, вот этот вот. А сюда ключ потока, ребята. Это что касаемо стримлапса ВБС, ребята. Ладно, это я в сторону тогда уберу. Чтобы она мне не маячила. Давайте в обычную ОБС-ку сейчас зайдем. Здесь. А здесь как? Я просто никогда не пользовался. Так, загрузка. Ну что, есть настройки вообще? Настройки. Так, сейчас найдем. А вот настройки. Вот они, настройки вышли. Также вот трансляция. Показать все, это все нам даст. Да, с ОБС-ка это, ребята, надо будет посложнее, так что если кто захочет, вы найдете. Или сервер рекомендованный. А как тут интересно? Здесь как-то по-другому, наверное, надо. Я сейчас не знаю, как здесь. Настройки. Ну, скорее всего, как-то так же, наверное, надо будет вам. Настраиваемый. А, вот, настраиваемый. Вводите сервер. Вот этот вот. А сюда ключ потока. Вот все, ребята. И применяете и так далее. В принципе, я думаю, помог. Так что, ребята, ссылочку на... Да, закрыть. Я сохранить. На эту хрень эту закрыть тоже. Я оставлю в описании, ребята, под роликом. Так что пользуйтесь на здоровье. Кому что не ясно, пишите в комментариях. Разберемся в комментариях. И я обязательно оставлю в комментариях. Ну,
в описании оставлю ролик, ссылку на канал, где я эту программу нашел, ребята. Это очень, я считаю, удобная программа. Здесь, кстати, ребята, если кто любит стримить в ТикТок, здесь даже есть ТикТок, по-моему. Раньше был, по крайней мере, что-то я слышал, что тут. Ну, в принципе, можно сделать, написать ТикТок, найти в ТикТоке адрес сервера и, в принципе, спокойно стримить с ТикТока, ребята. Это же ок. Одноклассники есть, Google, ВК, микс какой-то, и вот все. Все, ребят, то есть авторизируйтесь тут легко, ребят, авторизироваться. Я даже сейчас вот обновлю еще раз страничку, давайте попробуем. Ведь она... Ладно, ребята, все, давай, надеюсь, всем помог. Удачи, до новых встреч, сегодня будет стрим. В смысле, что это не выключилось?